Вы обещали мне жизнь, но вы солгали. По-вашему, жить — это значит только не быть мертвым. Хлеб и вода — это мне не страшно. Я могу питаться одним хлебом. И разве плохо пить воду, если она чиста? В хлебе нет для меня горести, и в воде нет скорби. Но запрятать меня в каменный мешок, чтобы я не видела солнца, сковать мне ноги, чтобы мне уже не пришлось проскакать верхом по дороге вместе с солдатами или сбежать на холм, заставить меня гнить в углу с плесенью, отобрать у меня все, что помогало мне сохранить в сердце любовь к Богу. Когда из-за вашей злобы и глупости я готова была его возненавидеть. Да это хуже, чем топечь в Библии, которые разжигали 7 раз огнем. Я согласна. Пусть у меня отберут боевого коня. Пусть я буду путаться в юбках, пусть пройдут мимо рыцари и солдаты. Лишь бы мне только было слышно, как поют птицы в небе. Как шумит ветер в верхушках деревьев. Как звонят мои милые колокола. И голоса ангелов доносятся ко мне по ветру. Но без этого я жить не могу. Если вы способны отнять у меня все это, или у любого другого человека, то теперь я твердо знаю, что ваш совет от дьявола, а мой от Бога. Божьи пути не ваши пути. Он хочет, чтобы я пришла к нему через пламя. Я его дитя. А вы недостойны, чтобы я жила среди вас. Вот вам мое последнее слово.